В Твери ведется аварийно-ямочный ремонт дорожного покрытия. Работы проводит муниципальное предприятие ЖЭК с использованием литого асфальтобетона. О новой технологии и местах ее применения в нашем сюжете. Зимой при ремонте дорог применяется литой асфальтобетон. Его можно использовать даже при минусовой температуре. По этой технологии битум, являющийся основной составляющей асфальта, нагревается до температуры в плюс 200 градусов. В жидком виде он заливается в ямы и локальные разрушения. Такой асфальт не боится мороза, снега и дождя. Применяется в основном для ямочного ремонта при неблагоприятных погодных условиях и широко используется в осенне-зимний период. Сейчас в городе проходят работы по аварийному ремонту дорожного полотна. Всего с начала зимнего периода сделано около 2000 метров квадратных. Запланировано в зимний период 5000. Из-за неблагоприятных погодных условий, то есть переувлажнения дорог и перепадов температуры, резких переходов через ноль за короткий период времени, сейчас возможно использовать только литой асфальтобетон. За прошлую неделю с использованием литого асфальтобетона было восстановлено покрытие на поврежденных участках общей площадью порядка 200 квадратных метров. Основной объем работ выполнен на Сахаровском шоссе и улице Маршала Василевского. Также были устранены повреждения асфальтобетона на Волжском проезде. На текущую неделю запланировано проведение ремонтных работ на улицах Голландской, Александра Завидова, улице Фурманова и ряде других объектов. Все они отбираются по предписаниям ГИБДД, а также по результатам мониторинга состояния улично-дорожной сети. К сожалению, литым асфальтобетоном не представляется возможным производить работы на больших участках. В связи с этим работы производятся локально, устраняются наиболее аварийные ямы. Ямочный ремонт литым асфальтобетоном – это временная мера. Эту технологию используют, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на поврежденных участках до наступления благоприятной погоды, которая позволит проводить полноценные ремонтные работы.